находимся в Музее искусств народов Востока. И сегодня состоялась замечательная презентация, открытие выставки из частной коллекции Аки Евтаевича Гилалова. Мы видим, что буддизм представлен в самых разных таких артефактах, художественных произведениях искусства. Хотелось бы особенно отметить, что согласно канонам биографии Будды, первую свою проповедь он прочитал оленям в оленьей роще после того, как достиг медитации. Буддизм – это одна из наиболее милосердных, мы можем сказать, таких милостивых и ненасильственных религий и мировоззрений, потому что ахимса, ненасилие – это базовый краеугольный принцип буддизма. И вот что интересно, принц Сиддхартха, рожденный как единственный наследник у императора Ашоки, должен был царствовать на престоле, но согласно астрологическому прогнозу, во время его рождения, он был долгожданным ребенком, император долго ждал наследника. Вот у астрологами была высказана такая версия, что родится либо великий монах, великий отрешенный саньясин, либо великий император. И это две несовместимые вещи вызвали удивление у императора. Он стал спорить с астрологами, это взаимоисключающе. Либо он будет отреченным монахом, либо императором. На что астролог сказал, что именно тот, кто способен отречься от всего мирского, по-настоящему может царствовать. И он является великим императором. И с другой стороны, только тот, кто вкусил сполна всю чашу земных наслаждений, прошел и разочаровался в этом, по-настоящему может быть монахом. Понимаете, то есть загадка рождения Будды состоит в том, что с самого своего появления, понятно, на этот свет Божий, он явился с миссией, и даже то, что его мама умерла, и мы знаем, всего лишь две женщины приняли посвящение в монахини во время Будды. Одна из этих женщин была его приемная мать, а вторая – та самая падшая женщина, которая пришла во время проповеди и сказала, что она привлеклась к красоте Будды и готова ему подарить свою любовь. Вот очень интересно, что все-таки образ Будды, образ такой, знаете, собирательный, во многом изобилующий легендами, толкованиями, какими-то, я бы даже сказал, самыми разными версиями его жития, он говорит нам о том, что это была фигура, неспосланная самим небом. И вот очень интересно, что сегодня Россия развернулась цивилизованно, мы видим, на восток. Наша профессиональная страна, буддизм является одной из основных религий. У нас есть четыре религии, как мы знаем, три из них аврамические, и четвертый – это буддизм. И хотелось бы отметить, что, конечно, через культуру, через такие художественные образцы высокого творчества мы больше узнаем о религии наших соседей или наших, так сказать, ближайших соотечественников. Поэтому это уникальное событие. Я думаю, что это свидетельство того, что потенциал культурный и духовный, и цивилизационный потенциал России, он показывает всему миру, что вот именно это является моделью цивилизации будущего. Именно в диалоге религии, в диалоге духовном и культурном мы будем взращивать те черты новой цивилизации, которые, как я в этом абсолютно убежден, и согласно предсказаниям многих пророков и наших святых православных отцов, скоро, очень скоро наступит.